Пашечкой, блин. Вот это Коля. У него только что сфронталило все крыло. А я как всегда. Болью начнут отмерзать пальцы, потому что я их абсолютно не чувствую. А, я уже их чувствую. А, уф. Это не самое приятное, что может быть после полета. Ладно. Как больно, просто. Уф. Вон садится Андрюха.